Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки. Для тапочек я использовала пряжу двух цветов, акрил 100%, 315 метров на 100 грамм и спицы номер 3,5. Тапочки вяжутся отверху резинкой, дальше вяжется верхняя часть и мысок узором кукурузка, нижняя часть тапочек вяжется платочной вязкой, и подошва вяжется платочной вязкой, и в конце тапочки сшиваются сзади. На спице сиреневой ниткой набрала 65 петель, и первых 11 рядов буду вязать резинкой 1 к 1. Вяжем первая петля кромочная, дальше вяжем 1 петля лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. Провязала 11 рядов резинкой 1 к 1. Следующих 13 рядов буду вязать серой ниткой узором кукурузка. Вяжем 12 ряд, первый ряд узора. Первая петля кромочная. И дальше вяжем раппорт. 1 петля лицевая, 1 изнаночная. Провязала раппорт и снова повторяем. 1 петля лицевая, 1 изнаночная. Провязала второй раз раппорт и вяжем так до конца ряда. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Провязала первый ряд узора, 12 ряд, следующий 13 ряд, второй ряд узора продолжаю вязать серой ниткой. Первая петля кромочная, дальше вяжем раппорт. Один накид, одну петлю снимаем. И 1 петля лицевая. Провязала 1 раз раппорт и снова повторяем. 1 накид, 1 петлю снимаем не провязанной, 1 петля лицевая. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до конца ряда, до последних 2 петель. 1 накид, 1 петлю снимаем и 1 петля лицевая. На спице осталось 2 петли, дальше вяжем накид, 1 петлю снимаем не провязанной и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала второй ряд узора, 13 ряд. 14 ряд, третий ряд узора продолжаю вязать серой ниткой. Первая петля кромочная, дальше вяжем 1 накид, следующий накид и петлю снимаем не провязанными. И 1 петля лицевая. Провязала раппорт. И снова повторяем. 1 накид. 2 петли снимаем не провязанными накид и петлю. И 1 лицевая. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до конца ряда. Накид. Петлю и накид снимаем не провязанными. 1 петля лицевая. Провязала 14 ряд. Третий ряд узора, 15 ряд продолжаю вязать серой ниткой. Вяжем 4 ряд узора. Первая петля кромочная, дальше вяжем раппорт. 2 накида и петлю провязываем изнаночной петлей. 1 петля лицевая. Провязали раппорт и снова повторяем. 2 накида и петлю провязываем вместе изнаночной петлей. 1 петля лицевая. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до конца ряда. Провязала 15 ряд, 4 ряд узора. Следующих 9 рядов буду вязать, так как вязала предыдущих 4 ряда, повторяя схему из 12 по 15 ряд.
Вяжем серой ниткой еще 9 рядов. Провязала еще 9 рядов узора. Дальше буду вязать мысок. Для этого на дополнительную спицу переносим сначала первые 23 петли. Перенесла на дополнительную спицу 23 петли. На следующих 19 центральных петлях будем вязать мысок. Буду вязать серой ниткой и узором, которым вязала предыдущие 13 рядов. Так, вяжем первая петля кромочная. Провязываем лицевой петлей. И дальше вяжем узор. Одна петля лицевая. Накид. Одну петлю снимаем не провязанной. И снова повторяем. Одна лицевая, один накид, одна петля не провязанная. Лицевая, один накид, одна петля не провязанная. Одна лицевая, накид, одна петля не провязанная. Лицевая, один накид, одна петля не провязанная. Лицевая. Одна петля с накидом не провязанная, лицевая, одна петля с накидом не провязанная. И снова лицевая, одна петля не провязанная с накидом, лицевая и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала первый ряд мыска. Последние 23 петли тоже отлаживаем на дополнительную спицу. Второй ряд мыска. Первая петля кромочная, дальше вяжем. Одна петля лицевая. Накид с петлей не провязанной снимаем и делаем еще один накид. И снова повторяем. Одна петля лицевая. Две петли снимаем, накид и петлю не провязанную, и делаем еще один накид. И снова лицевая петля, накид и две петли снимаем не провязанными. Лицевая, накид и две петли снимаем не провязанными. Лицевая, две петли снимаем с накидом не провязанные. Лицевая, накид и две петли снимаем не провязанными. Лицевая, накид и 2 петли снимаем не провязанными. Лицевая, накид и 2 петли не провязанные. Лицевая и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала второй ряд мыска. Третий ряд мыска вяжем так. Первая петля кромочная, дальше вяжем так. Одна петля лицевая. Следующие 2 накида и петлю провязываем вместе изнаночной петлей. И снова 1 петля лицевая, 2 накида и петлю провязываем изнаночной петлей. 1 петля лицевая, 2 накида и петля изнаночной. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и последняя петля кромочной изнаночной петлей. Провязала третий ряд мыска. Четвертый ряд мыска, первая петля кромочная, а дальше вяжем. Как смотрят петли. Изнаночные петли провязываем изнаночными петлями, лицевые лицевыми. Провязала 4 ряда мыска. Следующих 36 рядов буду вязать по схеме предыдущих 4 рядов, так как вязала
предыдущих 4 ряда. Провязала еще 36 рядов мыска, мысок готов. Теперь возвращаемся к начальным 23 петлям на дополнительной спице. Присоединяем сиреневую нитку и дальше будем вязать сиреневой ниткой. Первая петля кромочная и дальше 22 петли провязываем лицевыми петлями. Провязала 23 петли вместе с кромочной. Дальше по этому краю мыска набираем петли. Набрала по одному краю мыска петли, у меня получилось 21 петля. Дальше следующие 19 петель мыска провязываем лицевыми петлями. Провязала 19 петель мыска, теперь по второму краю мыска набираем тоже 21 петлю. Набрала по второму краю мыска петли, еще 21 петлю. Теперь последние 23 петли со вспомогательной спицы провязываем лицевыми петлями сиреневой ниткой. Провязала последние 23 петли. На спицах у меня вместе 107 петель. Дальше вяжем 9 рядов платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Вяжем сиреневой ниткой. Первая петля кромочная и дальше все петли ряда лицевые. Провязала 9 рядов платочной вязкой. В следующем ряду буду вязать подошву. Для этого провязываем первые 47 петель. Первая петля кромочная и дальше 46 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала 47 петель вместе с кромочной. Дальше на следующих центральных 13 петлях буду вязать подошву. Первый ряд подошвы. 12 петель лицевых. Провязала 12 петель лицевых, следующих
2 петли вместе изнаночной петлей провязываем. Провязала первый ряд подошвы. Разворачиваем. Второй ряд подошвы. Первая петля кромочная. 11 петель лицевых. Провязала 11 петель лицевых, следующие 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Третий ряд подошвы, первая петля кромочная, 11 петель лицевых. Следующие 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд. Четвертый ряд. Первая петля кромочная, 11 петель лицевых. Провязала 11 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд подошвы. Так продолжаем вязать до тех пор, пока на спицах не останется 25 петель. Лицевые ряды провязываем кромочные, 11 петель лицевых, в конце ряда 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 11 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. На спицах у меня осталось 25 петель, вяжем следующий ряд. Первая петля кромочная, 10 петель лицевых. Следующих 3 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. Следующий ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. Следующих 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Дальше первая петля кромочная, 8 петель лицевых. Следующих 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Следующий ряд, первая петля кромочная, 7 петель лицевых. Следующих 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых.
Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Первая петля кромочная, 4 петли лицевые, 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Следующий ряд, первая петля кромочная, 3 петли лицевые, 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Сворачиваем. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые, 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Первая петля кромочная, 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. На спице осталось 3 петли. Разворачиваем работу и провязываем вместе лицевой петлей. Вот такая подошва у меня получилась. Осталось только сшить тампочек сзади. Для этого выворачиваем тапочек наизнанку и сшиваем. Сшила сзади, вот такие тапочки у меня получились.